Человек-паук. Персонаж, который покорил сердца многих людей, в том числе и мое. Вот я совершил одну ошибку, о которой часто жалел. Я забросил паука. Но слава богу, вышел сериал 2017 года, который вновь вернул меня к этой вселенной. Реальная вселенная Человека-паука очень крутая, имеет множество интересных поворотов, сюжетных линий и тому подобное. А также последняя хайповая тема паука. Эта вся ситуация со Спайдер-Версом, капец, как круто. Короче, если вы не знаете, кто такой Человек-паук, то просто загуглите, посмотрите, хотя какого черта вы можете о нем не знать. Особенно мне нравится арка про Superior Spider-Man, где доктор Октавич стал новым Человеком-пауком. И знаете, именно поэтому я и делаю этот видеоролик. Всем привет, ребята. В сегодняшнем ролике я вам покажу, как стать Человеком-пауком в довольно известной игре, почти самой популярной на нашей планете, в Майнкрафте. Так что присаживайтесь поудобнее, берите чайка, ну а мы начинаем. А сейчас мы сделаем прибамбас Человека-паука. Можете сделать костюм, но я сделаю только маску. Сам костюм сделаю в самой игре. Вот, сделаем, значит, маску и веб-шутеры. Нажимаем создатель текстур. Ну, и назовем его как душе угодно. Я назвал только Адамин РП. Я лично изменяю алмазный шлем на маску Человека-паука, причем Superior Человека-паука. Вот. А также будем изменять, опять же, веб-шутеры. То есть на веб-шутеры будем изменять лук. Переходим к вещам, пишем буф, то есть лук. И изменяем все виды лука на один тип веб-шутеров. То есть просто красно-черный, красно-синий, как хотите. Я делаю красно-черный просто прямоугольник и, короче, это будет веб-шутер. Лично для меня можете сделать подоработаннее. В принципе, ничего против иметь не буду. Вот, ребята, я уже все перерисовал. Нажимаем «Применить Майнкрафт» и... Вот, нажимаем «Открыть Майнкрафт». Так, пишем команду... Так, слэш, кив, собака, s. Так, команд, нижнее подчеркивание, блок. Нажимаем выполнить. Ставим три командных блока рядом. В первом командном блоке будет первая команда, во втором вторая, в третьем третья. Короче, все три команды будут в описании. Главное, во всех трех командных блоков должен быть красный камень изменен на работать всегда. И тип блока цикл обязательно. Если игра сейчас будет вести себя адекватно, то у нас, по идее, все получилось. Бьем, значит, лук. Если в выживании, берите стрелы, но я не в выживании. И снежки. Так, ну давайте попробуем полетать на паутине. Во, ох, куда полетели-то? Так, вернемся лучше. А, мне кажется, мы уже не вернемся. Так, что-то странно сработало. Сейчас что-то не переносится. И, ребят, я не знаю, чем это связано, но чтобы это, так сказать, исправилось, этот баг, чтобы вы могли нормально полетать, пишем kill собака E. И все умирают, кроме вас, по идее. Вот. Вот. А этот удаляется, эти команды. То есть эти стрелы он удаляет, типа. Вот. А что до снежков? Если мы их бросаем, то спавнится паутина. И лучше это делать подальше от командного блока, потому что если он касается какого-то блока, то он его заменяет на паутину. А если это произойдет с этими командными блоками, то плакало все. Ребята, кстати, есть такое дополнение именно ко второй команде. То есть три тильды, set block, снова три тильды. Между тильдами есть, кстати, пробел. И веб. То есть, когда мы летаем, вот,
Если мы будем летать, то у нас остается такой след от паутины. Но это как-то странно работает. То есть не сразу. То есть вот видите, так что если хотите попробовать, то давайте, конечно, я вам тут не указ, но именно я против именно вот этого. Я не знаю, меня просто не вкатывает. Так что вы как хотите, я не стану этого делать. Я все-таки оставлю именно две версии и одну и вторую второй команде. Если хотите, пробуйте. Может быть, у вас по-другому сработает. Но я лично не стану этого делать. Ладно, теперь перейдем к не менее важной вещи, как... Ладно, теперь перейдем к не менее важной вещи. Это костюм паука. Я только в текстурпакере, короче, изменил лук на веб-шутер. Даже снежки не тронул, надо будет это исправить. Так что, если вы еще не начали, учтите, снежок надо сделать паутиной. Вот, я алмазный шлем изменил на этот, маску Человека-паука. Вот, дальше нам пригодятся такие вещи, как кожаный сет, полный, кроме шлема, краситель, красный, если хотите собрать. Короче, если хотите обычного паука, берите красно-синий. Если других, то как и хотите. Я лично хочу сделать паука от Октавиуса. То есть, когда вот Октавиус стал Человеком-пауком, кстати, обязательно прочитайте этот комикс. На английском называется Superior Spider-Man. Вот. Короче, я буду делать этот костюм, а не классический. Что мы делаем? Ставим два котла и заполняем их водой. Один красный краситель, другой черный. Ой, блин, черный надо. Блин, я дебил. Короче, ставим котел, воду и черный краситель. Вот. Ну и нагрудник я делаю красный. Вы вообще можете создать свою версию костюма. Даже без маски, если хотите. А если хотите вообще нет, без костюма. Вот. Но я делаю костюм. Можете делать просто без маски, но со шлемом. Ну, короче, можете вообще одеть железную броню. Вот. Вот такой мне получился костюмчик. Ну ладно, как паучок-то себя в бою покажет? Не подходи. Я сейчас паутины замотаю, Вот. Минус один. Так. Что за... Не, это так не должно работать. Куда ты? А я не знал, что это так может работать. Попала тут моя куртина, попала. Попала. Рыжая мерзость. Опять вышло. Да капец. Как они это делают? Блин, обычному оцелоту навалять не смог. Ладно, ребята, тогда на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Надеюсь, вы хотя бы узнали что-то полезное. И всем пока.